развернулись. Слава богу, что вообще развернулись. Ведь в нас мог попасть метеорит. Жесть. Наш холодильник мог сломаться, и у нас наступил бы ледниковый период. А еще в нашей тарелке могли бы завестись керамические тараканы с Венеры, и тогда нам точно капец. А таракана можно есть? Еще годика два правления паутина, и научишься есть всякую гадость. Ну и для полной жести, в нашей вентиляции мог бы поселиться Человек-паук. Слава богу, долетели, а слушай, я же задубил вентиляцию. Я ж Человек-паук, это профессия. Ой, кто это? Я тебя раньше времени не хотела шокировать, это и есть Человек-паук, я знала, что он вместе с нами летит. Его поставили артефакт охранять.